бензина на вас почку сожгли. И обед пропустили. А без обеда я звереть начинаю дико, понятно? Это наша работа. Вы шли бы работать в другое место. Чего на границу-то? В горы-то чего переть? Дали бы интервью, рассказали все сами, не полезли бы. Девушка, повторяю, не положено. Товарищ лейтенант. Значит так, если я сейчас план не сниму, я сюда снова залезу, это точно. Да лезьте. Ира, давай на точку выходи. Ир, готова? Угу. Поехали. Мы находимся в горах, в приграничной зоне, где раньше велись боевые действия. За моей спиной горы. Это территория приграничного государства. Да что такого? Я не могу это слово запомнить. Не приграничного, это... Сопредельного. Сопредельного. Ой, блин. Поехали. Мы находимся в горах, в приграничной зоне, в тех самых местах, где велись боевые действия. За моей спиной горы. Это территория сопредельного государства. Теперь здесь мирное, модное место для любителей экстремального туризма. Алло, Света, привет. Привет. Я соскучилась. Я тоже соскучился. А ты где сейчас? Да мы в горы выехали журналистам показать местность. В горы. А там красиво? Свет, давай я тебе перезвоню, я на службе. Третий, прием. Третий, на связи, прием. Третий, это первый. Сколько у тебя бойцов? Прием. Семеро, прием. Немедленно следовать в ущелье за район. Попытка прорыва бандитов к границе. Вас понял, прием. Так, все по машинам. Планов, вот крупно, горы возьми. Так, прекратили снимать. Быстро, Маша. Выключай камеру. Я с журналистами. Ночью выйдем к дороге, а там и до моря. Давно не купался в море, а, брат? С западного склона спустилась группа боевиков, численностью до 10 человек. У них две заложницы, столичные альпинистки. Спецназ на подходе. Смолин, твоя задача – задержать бандитов. Вас понял, прием. Этих возьмем, кремом намажем, под солнце положим. Под ноги смотри. Внимание! Говорит полковник Зернов. Вы окружены спецназом ФСБ. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Не стрелять! Толкунов, командир! Ко мне. У меня заложницы! Толкунов! Пропустили, буду туристок убивать! Выводи туристок! Считаю до пяти! Уже семеро всего. Один! Да знаю я. Не капай. Два! Три! Четыре! Мирный пейзаж приграничной зоны в 5 километрах от Шароя. Грозит этим местом настоящей трагедии. Только что группа вооруженных боевиков пыталась перейти через границу. Прекрати! Шлет, снимай. Снимай, я сказал! Пять! Don't shoot! Don't shoot! International press! London is the capital of England, capital of Great Britain. Это иностранная пресса. Я слышу. United Kingdom. I am a journalist from Great Britain. Water for hostages. For hostages. The central part of London is full of historical remains. Nearly every building, every street, every bridge, each of them it has own story. Почти купил! Убей его!
Есть такие места, где кончается то, что зовется отчизной. Для кого-то граница всего лишь черта, а для нас это черточка, линия жизни, наша линия жизни, быть на страже страны, самый лучший на свете. Ириш, ты как сама, Ир? Я на самом деле в ужасе. Если бы этот парень не растерялся и не взял у меня жилетку, эта пуля могла бы быть сейчас во мне. И для нас нет иной на ладонях России. А ладони ее пахнут домом всегда. Даже если до дома путь очень неблизкий. И горит пограничная в небе звезда. Заряя нелегкую линию жизни, наша линия жизни, быть на страже страны, самой лучшей на свете, самой красивой, эту линию жизни сами выбрали мы, и для нас нет иной на ладонях. И чего мы тащимся в эту глушь? Свет, ну ты же сама вызвалась проводить меня к новому месту службы. Да, было дело под Полтавой. Ну, учтите, я сегодня же уеду. Сегодня? Ну, послушай, а вдруг тебе там понравится? У меня сессия, о чем ты говоришь? Что мне там может понравиться? Есть охота. Тим, надеюсь, ты помнишь, у меня новая вегетарианская диета? Ага, помню. Приездом. Майор Зимин, начальник заставы. Капитан Смолин прибыл для дальнейшего прохождения службы. Очень рад. Давно ждали. Как вашу супругу зовут? Светлана. Мы еще не женаты. Отлично. Здесь свадьбу сыграем. У нас таких праздников уже давно не было. Прошу. Неудивительно. С характером. Товарищ майор, куда вещи-то? Так, давай в гостевую сначала. Есть. На земле война, а в тучах три валькирии летучих. День и ночь поют над ней, взмылив облачных коней. Власти спорят, люди страждут, короли господства жаждут. Власть превыше из благ, добродетель в звоне шпаг. Великолепно, Филипп. Просто прекрасно. Гейне. Гений. Кстати, дорогой Ганс, какова причина нашей сегодняшней встречи? Есть у меня дальний родственник. Человек сложной судьбы. Живет на южных границах Московского княжества. У него возникли проблемы со здоровьем. Необходимо срочно сменить климат. Я слышал, он уже пытался. Да, да. Мы рассчитывали, что местные специалисты справятся с перевозкой пробной партии. Однако с властями на таможне возникли сложности. Меня ввели в курс дела. Надо было сразу обращаться к профессионалам. Необходимо было переправлять ваш контейнер с минеральной водой через проверенный таможенный пункт на севере. Филипп, вы возьметесь обеспечить транспортировку? Нет проблем, дорогой Ганс. Сделаем. Условия обычные. Небольшой аванс был бы кстати. Конечно.
Мой секретарь подготовит перевод. Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Товарищ майор, личный состав заставы по вашему приказанию построен. Вольно? Вольно! Товарищи пограничники, хочу представить вам нового своего зама Смолина Тимофея Сергеевича, который прибыл к нам с Северного Кавказа, так сказать, для передачи боевого опыта. Капитан Смолин – участник боевых действий и был ранен при прорыве боевиков близ Шароя. Представлен к государственной награде. Так сказать, прошу любить и жаловать. Вольно разойтись. Вольно разойтись. Ну, поздравляю, товарищ капитан. Пойдем, покажу хозяйство. Автомобильное хозяйство. И это все? Нет, еще разобранные в гараже стоят. Надо чинить. Капитан, тут такое дело. Скажу честно. Я давно хочу уйти, а заставу оставить не на кого. Поэтому на тебя вся надежда. В смысле? У меня есть два зама. Ребят веселые, хорошие, но боевого опыта маловато. На командира заставы не потянут. Товарищ майор, а из меня-то какой командир заставы? Слушай, а вот излишняя скромность – это тоже плохо. Я твое дело изучил. Ты человек боевой, с головой на плечах. Познакомишься с коллективом, осмотришься, а ось командиром и станешь. Но срок – до осени. Товарищ майор, я не уверен. А я уверен. Товарищ майор, а я при въезде видел ДОТ. Он в рабочем состоянии? Для красоты. Точнее, для картошки. Зачем ему рабочее состояние? Ну как? А вдруг наступление? Это вряд ли. У нас не Кавказ. У нас тихо. Ну, пару раз африканцев поймали. Хотели перечесть нелегально еврозону. Ага. Вот. И так заблудших ловим. То наши, то их. Африканцев говорите? Ну, это курьезный случай. Ну, а на пункте пропуска происшествия какие-нибудь бывают? Там контрабанда, наркотики? Ну, через КПП хотели трафик устроить, но мы быстро пресекли. Ага. Ты че, капитан, думаешь, что у тебя будет скучно? Скучно не будет. У нас вот ребят веселые. Вот, знакомься, наш коллектив. Зам по воспитательной работе. Гусько Виктор Романович. Очень приятно. Можно просто Витя. Тимофей. Привет. Зам по оперативной. Краснов Иван Дмитриевич. Смолин Тимофей Сергеевич. Ну, я вижу, вы сработаетесь. Может, чайку? Давай, Витя. Орнитолог я. Птичек фотографирую. Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Да, меню, я так понимаю, не будет. Конечно, будет. Будет. Девушка, ну вот оно. Все в наличии. Все перед вами. Кушайте на здоровье. Это же не ресторан. Тима. Я тебя в комнате подожду.
Приятного аппетита. Спасибо. Любочка, дай-ка мне камеру с видом на плац. А, покажи мне камеру с видом на вышку. Ты смотри. Да чего ты взъелась-то? Свет, ну я прошу тебя, потерпи немножко. В конце концов, захочешь Москву свою повидать, возьмешь, соберешь чемодан и поедешь. Кто тебе мешает? Вот и отлично. Ну что, ставлю 100 рублей на то, что девушка уедет прямо сегодня. И еще полтинник на то, что парень в течение недели попросит перевода. Как вам не стыдно, Иван Дмитриевич? Знаете ведь, что она всего на сутки приехала. И устраиваете тут. Ничего я не устраиваю. Мне по службе положено. А ставки нечестные делать вам тоже по службе положено? Моральный дух поднимать положено. Для этого юмор используется. Не умничайте, товарищ прапорщик, а включите камеру. Любочка, включи камеру. Ну куда ты вот так торопишься? Ну я тебя прошу, дождись вечера, я тебя нормально провожу, а? Вечером самолета не будет, к тому же до аэропорта я буду не одна. Пока. Я позвоню. У нас тут с девушками такое случается. Может, наряд пойдешь? Третьим, заодно поразвеешься, посмотришь, как тут у нас. Я бы сходил. Ну вот. Автомат мой возьмешь, я уже дежурному команду дал. Давай, пойдем. Движку надо остыть. Хорошо. Ты слушай дальше. А. Он, значит, и говорит. Летчиком хочу быть. Ага. Нет, отвечает, в летчики вас не возьмем. По состоянию здоровья не проходите. Ну, тогда в ПВО. А в ПВО-то почему? А чтоб никто не летал. Прапорщик Ефимов. На минутку. Скажите, а вы всегда так веселитесь в наряде, а? А вы, товарищ капитан, не переживайте. Здесь террористов нет и в помине.
Ну а что, кроме террористов, разве некому границу переходить? Есть кому. Только это скорее летом. Сейчас вряд ли. Следы слишком заметны. Ну а если нарушитель подготовленный попался, если без заметает? А подготовленные нынче по паспорту через КПП ездят. Вот там, за речкой, сопредельное государство, там речку перемахнул и все. Ну а кто-нибудь замерял, сколько времени понадобится нарушителю для пересечения речки? Да чего там замерять? Секунд 30. Понятно. Значит, соседей предупредить не успею. Ну, получается так. Ну а как соседи? Гостей встречают? Да когда как? Их там самих-то от силы 3 патруля. Получается, вся надежда на нас. Действительно, прапорщик Ефимов, вся надежда только на вас. Ну да. Четвертый на связи. На 21-м участке. Сработка системы. Как приняли? Принято. Стопудово, Заяц. Заяц. Где 21-й участок? Прямо. Поехали. Поехали. Не нравится мне этот Смолин. Зимин тоже не в меру за него хлопочет. Еще возьмет чего доброго, заставу ему передаст. Слушай, если он решит, мы на это точно не повлияем. Но это же бред. Я тут каждый гвоздь знаю. А что этот Смолин? Вообще непонятно, останется он тут или нет. Чего ты кипишешь раньше времени? Да потому что излишнее рвение всему вред. Тут же боевиков не ходит. Неужели Зимин этого не понимает? Понимает, конечно. Только у него опыта побольше, чем у нас с тобой вместе взятых. Согласись? Согласись. Он эту заставу с 90-х из руин поднимал. Давай, старший лейтенант, срочная телефонограмма. Что там у тебя? Разрешите идти? Да. Есть. Ну, что там? Распоряжение о переходе на усиленный режим несения службы в связи с возможным переходом границы с особо опасным преступником Хамзатом Гамидовым. Ну, вот тебе и боевики. Это по всем заставам распоряжение. Нужен ему наш северо-запад. Он спокойно и через Казахстан пройдет. А мы опять без выходных. И непонятно, когда усилены с ним. Не-не, не скажи. Там намного труднее будет. Там у них, у казахов, знаешь, какой кордон, а у нас самое то. У соседей 3 пограничника на 20 километров. Им только нас пройти, а дальше ищи его свищи. Не видно. А это что? Это сухостой. Ефимов, проверьте. А чего тут проверять? Это сухостой. Прапорщик Ефимов, проверить и устранить. Что-то непонятно? Все понятно. Выполняй. Есть. Хамзат, я определился с местом пересечения границ. Пока готовлю переход, детали сообщу позже. Позже это когда? Как только закончу подготовку. Мне необходимо выяснить численность людей на заставе и график несения их дежурств. Это буквально 2-3 дня. Работа в этом направлении ведется, поэтому времени мы терять не будем. И еще, Хамзат, я предупреждал о том, что мне понадобятся деньги.
Отдай. Счастливо оставаться. Ага. Никита Федорович. Ну? Доброе утро. Это капитан Смолин беспокоит. Не спишь? Да, не спится. Разрешите, я еще раз езжу на 21-й участок? На 21-й? Да, где вчера сигнальная система сработала. Ага. Хочу еще раз все проверить. Разрешаю. Добро. Только снегоход возьми на заставе, а то увязнешь. Спасибо, товарищ майор. Давай. Чай будешь? Не, не буду. Слушай, ты новенького не видел? А он снегоход взял, покататься решил. В смысле покататься? Где-то он собирается кататься? Не на участке ли? Ну, наверное, где еще-то? С какой стати он там кататься будет? Это что, курорт? Что такого? Покатается, проверит обстановку. Что такого? А вот это для чего, по-твоему, нужно? Отвечай. Ты сейчас командира включил? Для анализа картины на веренном нам участке государственной границы Российской Федерации. Вольно. Вот именно. А что я анализировать буду, если этот клоун там следов понаставляет? Вань, что ты взялся? Из-за ерунды какой-то. Из-за ерунды? Тебе показать, как это будет? Смотри, вот это вот результаты следовой обстановки. А вот это результаты прогулки капитана Смолина. Потому что ему, видите ли, территории заставы мало. Угу. Ну что, может, чай пойдем пить? И что? Моя версия такая. Неизвестный замкнул сигналку на 21-м участке. Угу. Потом наблюдал вот отсюда. Причем схрон сделан очень профессионально. Видно, работал человек знающий. И куда он делся? Потом он вышел к дороге, и, видимо, там его ждала машина. Почему машина? Ну, потому что до города пешком далековато. Почему не велосипед? Не сезон. Не сезон. Ну и какие твои версии? Ну, говори, говори. Я считаю, что кто-то готовит прорыв через границу. Ты с ума сошел? Здесь? Да. Изучает обстановку, тактику действия наших пограничных нарядов, фиксирует время движения. Конечно, это смешно. Как они пройдут? В тревожной группе от заставы до 21-го участка идти примерно 10 минут. То есть у предполагаемых нарушителей есть 8 минут для преодоления границы. А если они с этой стороны пойдут? А если с другой? М? Так, все понятно. Бери Краснова и разбирайтесь. А чего это мы, Тимофей Сергеевич, таким офицерским нарядом пошли? Не знаю.
Начальство решило, что так будет лучше. Так. А это следы снегохода, это не нашего следа. Так точно. И идут они до границы, так? Так точно. Так. Товарищ Краснов, придется разделиться. Я пойду по следам снегохода, а вы пойдете по следам предполагаемого нарушителя, ясно? Товарищ Смолин, ну, по уставу не положено. Товарищ Краснов, приказы не обсуждаются. Вперед. Так точно. Маш, ты за меня, а я в столовую. Хорошо. Второй. Как обстановка? Ответь четвертому. Четвертый, все тихо. Дошел до дороги, след теряется. Что у тебя? У меня снегоход. База, ответьте второму. База на связи. Тревожную группу на 20-й участок. Поняла, группу отправляю. И пусть возьмут тревожные мешки. Неизвестно, сколько придется плутать по лесу. Принято. Что такое? Надеюсь, в этот раз без шуток? Теперь уже и не знаю. Шутница ты мне. Это, может быть, черный копатель, а? Я запросил данные по номеру снегохода. Ответа пока не получил, но мне кажется, это дети. Дети? Местные. Решили вонюшкой поиграть. Заехали в кювет. Естественно, вытащить они его не смогли. И ушли. А следы замело. Снегоход может быть только прикрытие. А с учетом недавно обнаруженной лежанки, может быть, все что угодно. Настоящая? Как настоящая? Это моя мама шила. Она сама решила для военно-исторического клуба подарок сделать. А флаг? И флаг. А ты нас в клуб примешь? Если пройдете испытание, приму. А что делать-то надо? Будем оборонять ДОТ, как настоящие советские пограничники, войну с немцами. Готовы? Готовы. Так точно. Алло, да. Ну, Краснов, мы все узнали. Снегоход зарегистрирован на местного жителя Геннадия Павлова. Ага. Мы с ним связались. Он подозревает, что снегоход без спроса взял его 10-летний сын. Ага, все, я понял. Спасибо большое. Четвертый, ответь второму. Снегоход, как понял. Второй. Плохая связь. Повторите. Четвертый, ответь второму. Снегоход могли угнать дети, как понял. Второй. Да что такое, а? Потерял. Хорошо, что я ее согнуть успел, а то бы сейчас под снегоходом и лежал. Ничего, а как наши деды воевали? Думаешь, им легко было?
Вот теперь будешь раненого солдата изображать. Хочу отцу позвонить. Про снегоход рассказать. Связи нет. Может, тогда домой, если у нас ни карты, ни связи. А ну оставить разговорчики, мы почти пришли. Я передохнуть должен. Скоро темнеть начнет. Вообще не выйдем. Хорошо. Пошли назад. Серега прав. Давай, аккуратней. Больно? Алло, появилась новая информация. Павлов не может дозвониться до сына. Если они выбрались в лесополосу, то, скорее всего, искать нужно в мертвой зоне. Как поняли? Да, я понял. Спасибо большое. Наши деды раненые все равно в бой шли. И ничего. Вот-вот, подумаешь, ногу слегка подвернул. За землю свою сражались. Настоящие герои были. Вот же эти укрепления! Ой, как же мы на них вышли! Круто! Побежали! А как же я? Группа, ответьте второму. Ищем в квадратах 26-34. Как поняли? Пятый понял. Третий понял. Седьмой понял. Шестой понял. Четвертый, ответьте второму. Как поняли? Второй. Второй, ответь четвертому. Второй, как слышно? Здравствуйте. Вы ж так и пальнуть можете, действительно, а? Я на самом... Стой, стрелять буду! Я стою. Вы не волнуйтесь, главное. Вы, наверное, в первый раз в человека целитесь, да? Ни разу еще не стреляли, правда? Ну и не стоит. Вы не переживайте, я на самом деле орнитолог. Я... по лесу хожу, птичек фотографирую. Да нет, правда, давайте я вам фотоаппарат покажу. В кармане. И все станет ясно. С вашего позволения. Вам. Птички, да? Вы посмотрите.
Вы не переживайте, я на самом деле орнитолог. Я по лесу хожу, птичек фотографирую. Да нет, правда, давайте я вам фотоаппарат покажу. В кармане. И все станет ясно. С вашего позволения. Птички, да? Вы посмотрите. Группа, ответьте второму. Это не я. Ребята, смотрите, что я нашел. Ух ты! Что случилось? В порядке, никто не пострадал. Сработала мина времен войны. А это? А это наши нарушители. А стрелял-то кто? Вроде там. Группа, ответьте второму. Товарищ лейтенант, мы нашли его, Колю. Что с ним? С ним плохо. Сроки перехода меняются, место тоже. Вышла непредвиденная ситуация. Это ты снимал? Да. А это? Тоже да. Переход должен быть здесь. За этим парнем есть долг. И я хочу его забрать. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, это опасно. Мы пойдем здесь, ясно? Пусть сроки переносятся. О деньгах не беспокойся. Узнай об этом человеке все, что сможешь. Прапорщик Кузин убит. Оружие осталось при нем, и вообще ничего не утеряно. Обратный след? К сожалению, потеряли у дороги. А, возможно, места укрытия? Тоже все пусто. Какие идеи? Мне кажется, нужно вместе с полицией провести оперативно-розыскные мероприятия. Сейчас прокурор приедет с комиссией, он устроит оперативные мероприятия. Ну, это, кажется, я не... Да. Кто? Пропусти. Это корреспондентка Светлогорских ведомостей. Ее только не хватало. Гусько. Гусько. Чтоб до окончания следствия никаких комментариев. Понял? Да, она по поводу пропавших детей приехала. Давайте тогда я схожу. Сиди.
Ей нужен герой, пусть герой с ней и общается. Смоля, давай только по-быстрому. А он по-другому не умеет. Отставить. До приезда комиссии, чтобы ее здесь не было, понял? Так точно. Давай. Евгения Калинина, журналист. Да, здравствуйте. Капитан Смолин, приятно. Очень приятно. Я бы хотела задать вам несколько вопросов. Итак, вы закрыли детей от взрыва с собой? Нет, ну что вы, я бы сейчас с вами не разговаривал. Дети сами догадались прыгнуть в ДОТ. Пацаны смышленные попались, а я их только чуть ускорил. Вы давно на заставе? Нет, второй день. Второй день. И уже подвиг. Что же дальше будет? Да какой это подвиг? Дети по погранзоне свободно разгуливают. Да еще среди таких опасных находок. Так что в дальнейшем хотелось бы без таких происшествий. И надолго вы к нам? Ну, это как начальство решит. А город наш видели уже? Нет, не успел. Берусь показать вам его при случае. С удовольствием. Город у нас небольшой, но посмотреть там есть на что. А, Женя, так? Да. Вы меня простите, но мне сейчас нужно бежать, а вам сейчас лучше уехать. А Ваню Краснова вы можете позвать? Лейтенант Краснов сейчас тоже занят. Но я ему обязательно передам, что вы о нем спрашивали. Спасибо. Я пришлю вам номер газеты со статьей. Всего доброго, Женя. До свидания. Да, Григорий Васильевич, я тебя прекрасно понимаю. А что у нас по итогам прокурорской проверки? Какие решения? В общем, я так тебе скажу. Проверка действий твоих подчиненных, Краснова и Смолина, нарушений не выявила. Хорошо. А вот по факту гибели прапорщика Кузина возбуждено уголовное дело. Понятно. Но я буду держать тебя в курсе. Угу. Спасибо, добро. Не обрати внимания, Федорович. С тех пор, как у тебя на заставе появился новый человек, так проблемы и посыпались. Ты повнимательней. Угу. Васильич, давай все в одну кучу не складывать, хорошо? А со своими проблемами я разберусь сам. Бывай. Потяните ремни, товарищ прапорщик. Я не придираюсь, Чернов. Пойми, а вдруг марш-бросок? Или бой? А такой ремень может стать причиной трагической ошибки. Пойми, иногда в бою все решают секунды. А у тебя подсумок болтается, все, бежать неудобно. Магазин быстро не достать. А это значит дать преимущество противнику. Ясно? Так точно. Налево. Шагом марш. Он замначальник погранзаставы. Перевелся сюда с Кавказа после ранения. Это мне неинтересно. Расскажи мне, как его уничтожить. Хамзат, я должен понимать нашу цель. У нас какая цель? Подготовить переход или подготовить месть? У нас только один выстрел, уважаемый, а цели у нас две. Нужен переход и нужно убить врага. Это я понимаю. Ну и как вы себе это представляете? Я не буду это представлять. Это ты будешь представлять. Мы тебе за это деньги платим. Думай, дорогой. Ну да, и вот тут мы с тобой шли. Потом я повернул направо, к балке. И спустился. И шел по дороге. Угу. Я, стало быть, свернул здесь, прошел вдоль гребня, спустился и, повернув к вам, уже шел прямо. А, да, и вот тут Коля его и встретил. А, так, если преступник шел от дороги, угу, вот в этом месте вы должны были с ним встретиться. Ну, вспоминай, может быть, что-то видел. Нет, я бы запомнил.
Понятно. Ладно, я в город, туда и обратно. Скоро вернусь. Куда же ты шел? Куда бы ты дошел, если бы не прапорщик? Света, привет! Привет, Смолин. У меня для тебя хорошие новости. Можешь собирать чемоданы. В каком смысле? В буквальном. Я тут разговор имела со своим дядей. А, это который генерал ФСБ, что ли? Ну да, да. Он обещал, что поможет с твоим переводом. С каким переводом? Каким? Из этих твоих болот куда-нибудь на Крымский берег. Там, оказывается, тоже нужны пограничники. Здорово. Нет, это, конечно, здорово. Ты что, не рад? Нет, я очень рад, но... Свет, пойми, но я не могу отсюда сейчас уезжать. Понимаешь, я... Пока не понимаю. Ну, это не по телефону разговор. Не трудись, я, кажется, догадалась. Похоже, причина во мне. Да нет, ну, о чем ты говоришь? Какая причина в тебе? Ладно, Тима, не переживай. Все отлично. Сиди там и дальше под своими елками. Да, Света, подожди. Пока. Ну... Не надо меня торопить, Ганс. Ко мне обращаются не потому, что я работаю быстро, а потому, что у меня не бывает осечек, и все переводы доходят. Нам вас так и рекомендовали. Но мы платим вам деньги, и я хочу знать, на какой фазе наши дела. Товар склонен портиться. Необходимо срочно обеспечить надлежащие условия хранения. У нас очень мало времени. Я помню. Не беспокойтесь. Мои люди сейчас готовят линию, собирают оборудование. Через несколько дней производство будет запущено, и ваш товар попадет в Евросоюз. Маршрут слишком далеко от наших интересов. Ничего не поделаешь. Придется пренебречь этим неудобством. Там будет сделан надежный канал. Вы заявили мне высокие ставки. Я не собираюсь рисковать головой. Скажу тебе неофициально. Иди ты, понял? Молодец, давай. Да. Товарищ майор. Слушаю, говори быстрее. Как вы думаете, в это время года кто-то может планировать нарушение границы по топям? Ну, зимой точно, летом, если жарко, а сейчас вряд ли. А что за вопрос? Да в том-то и дело, что сейчас для перехода время неудобное. И создается впечатление, что у них очень срочное дело. Дальше? Ну, раз торопятся, значит, вряд ли будут другое место искать. Так, ну мыслишь хорошо, давай обсудим это. Угу. А скажите, а кто хорошо на заставе топи знает? Подожди. Ефимова возьми. Угу. Хорошо, просто думаю осмотреться. Да, ты только дежурную предупреди. Угу. Все, бывай. Здорово, Сеня. Ох, ёлки-палки. Ты куда так вырядился? А? И как тебе разрешают спать на рабочем месте? Я не сплю, я думаю. О чем думаешь? Я думаю о том месте, где производят конфеты Баунти. О том, куда я никогда не смогу поехать. Почему? Ну, кто ж меня с такими знаниями туда отпустит? Что ты говоришь? Много знаешь? Достаточно. Вот, например, я знаю, что ты пришел по поводу гибели вашего прапорщика Кузина. Откуда ты знаешь? Ну, работа у меня такая, все знать. Ну, раз такой умный, найдешь мне убийцу?
не выходя из кабинета. Да я тучи разведу руками. Если проиграешь, пять раз сходишь с Любой с нашей заставы на свидание. С Любой? Пять раз? Она ж не согласится. О, ну, ты прояви изобретательность, смекалку чекиста или кишка танка. Если я первым найду преступника, ты будешь год вот этой кисточкой пыль с моих плат сметать. Договорились. С чего начнешь поиски, Шерлок? Ну, для начала отправим тебя на ближайший к заставе пост ДПС. На чем-то же он должен был до леса доехать. В смысле? Я не понял. Мы же договорились вроде... Все честно. Не выходя из моего кабинета. Да, товарищ майор. Так точно. В смысле, где носит? На оперативно-розыскных мероприятиях? В управлении? Да, подключаю к поиску преступников старшего лейтенанта Ложкина. Да, из отдела информационной безопасности. Я... Нет, я... Да, я... Все, я понял. Товарищ майор, так точно, отставить, сами разберемся. Есть. Фу. Все, я на пост ДПС. Вечером заеду. Уехал? Ну пойдем тогда, что стоим. Да нет, знаешь, человека тоже можно понять. Я бы на его месте сегодня так напился. Да? А я бы не стал. Почему? Ну чего расслабляться? Убийца жив-здоров, гуляет он где-то на свободе. А почему ты думаешь, что тут? Может быть, он уже давным-давно где-нибудь в глубоком тылу. Может, конечно, но в глубоком тылу, но все равно неспокойно. В смысле? В коромысле. У капитана нового радиостанция отказала. Как раз в тот момент, когда Коля убивали. Ну, у меня тоже бывает, радиостанция отказывает. Бывает, Петя. Только я такие совпадения не люблю. Прошу, Андрей Андреевич. Наше богатство. А скажи-ка мне, по лесу народ-то бродит или нет? А то подстрелим какого-нибудь грибника или, хуже того, грибничиху. Ты что, Андрей Андреевич, какие грибники ранней весной? Потому что тут погранзона, тишина. Такой, как на кладбище. Нет, я вместо того, что знаю, только на курок нажимаю и зверя оттаскиваю. Ну, посмотрим, посмотрим. Давай, закрывай. Фирма гарантирует, будет вам сафари, как в Снежной Африке.
Ну что, как мое футбольное счастье поживает? Ваня, я тебя прошу, не начинай. О, начинается. Спор был? Ну, был. Пена изо рта шла, аж крыльцо забрызгало. Слушай, я тебя умоляю, если бы он на 6-й минуте красную карточку не достал, мы бы вас не то что уделали. Тем не менее, спор был, застава ждет расплаты. Не обижай заставу, застава может обидеться. Ладно, ладно, слушай, я тебя понял. Витек уже в магазин поехал, так что все будет хорошо, не беспокойся. И чтобы я хотя бы еще раз с тобой поспорил. Это ты так зря. Много еще интереснейших видов спорта существует. Баскетбол, хоккей. Водное поло, знаю, знаю, знаю. Ты лучше мне скажи, ты как, по делу или... Я по делу. Мне нужно видео с камер наблюдения, вчерашнее. На выезд из города с 5 до 7 вечера. Устроишь? Ну, устрою. А что такое, случилось чего? Ну да. Товарищ капитан. Здравствуйте, товарищи бойцы. Здрасте. Отметьте, пожалуйста, выход на участок госграницы капитана Смолина и прапорщика Ефимова. С удовольствием. Спасибо. Пожалуйста. Ты бы уж так-то глаза ему не строила. А почему бы и нет? Спугнешь. Люба, ерунда. Это ты за мной постоянно следишь. А он, наверное, даже не заметил. Дался тебе этот приезжий. Вообще непонятно, сколько он у нас будет. Темная лошадка. А вот замповоспитательный капитан Гусько – 100% кандидат. Тоже мне. Ты просто судишь поверхностно. Виктор – мужчина свободный, с перспективой, полгода как в разводе. И у него такая хорошая квартира в городе. Мечта, а не кандидат. Вот список автомобилей, который проходил через пост ДПС в день убийства Кузина. А вот список автомобилей, который проходил через ДПС, когда Смолин нашел след. Вот, видишь, вот эти номера есть и в этом списке. Да, но это ничего не значит. Эти люди могли туда каждый день на работу ездить. Могли ездить, а могли и нет. В общем, ребята из города проверяют владельцев этих автомобилей. Дежурный. Тут журналистка на въезд разрешение просит, говорит капитану Смолину. Капитан на заставе? Пока да, но... Пропуск есть на Евгению Калинину? Да, есть. Ну, пропускайте тогда. Открывай. Женя. Вот. О чем у нас пишут в газетах? О герое, который спас детей от взрыва старой мины. Тоже мне нашли героя. Напрасно вы скромничаете. О чем вы хотите, чтобы писали газеты? О браках и разводах звезд эстрады? Вы знаете, по-моему, как раз такие примеры, как ваш сейчас, больше всего нужны людям. Ну, ради благого дела, конечно, можно и преувеличить, но, честно говоря, я ничего такого не делал. Вы знаете, к тому же эта статья напомнит людям, что в армии служат не тупые солдафоны. Живые, отзывчивые люди. Такие, как вы. Ну вот, видишь, я говорила, ненадежный клиент. А ты губу раскатала. Люба, как ты не понимаешь? Он мне просто нравится, и все. На чай не пригласите? Конечно, я могу вас проводить до столовой. А вы? У меня, к сожалению, сейчас срочное служебное дело. Кстати, я решила косу отстричь и блондинку покраситься. Хочешь быть похожей на невесту Смолина? Я просто хочу ему нравиться. Кстати, я... Вот,
телефон семьи одного из мальчиков, которого вы спасли. Что такое? У него сломался игрушечный автомат? Да нет. Они просто хотят пригласить вас в гости. Например, на ужин. Пожалуйста, позвоните им, если соберетесь. А лучше в любом случае позвоните. Хорошо, я обещаю вам, что позвоню. Вы ведь наверняка до города еще не добрались. Вот заодно и посмотрите. А вот мой номер. Мало ли, вдруг потеряетесь. Всякое бывает, конечно, спасибо. А, столовая. Вам нужно сейчас прямо и налево. Хорошо. Спасибо. А я газету в столовой оставлю. Не забудьте. До свидания. Честь имею. Капитан. Пошли. Можно я на минуточку отлучусь? Чего-то желудок прихватило прям совсем. Ефимов, бегу! Так точно? Ну и что тебя смущает? Смеешься? С этим Смолиным в лесу один на один. К тому же у него автомат будет с полным рожком. Только у тебя автомат с полным рожком. Да что мой автомат? У нас в тот раз тоже автоматы были. Но ты его не провоцируй. Если у него на фоне контузии приступ агрессии случится, беги. Безразличный ты человек, Жуков. Фима! Не ожидал. У тебя там медом, что ли, в сортире намазано? Ефимов. Извините, товарищ капитан. Желудок так прихватило, сам не знаю почему. Ходить можешь? Так точно, могу. А человечься? Направо. Шагом марш. Ты думаешь, что Зимин твоего Смолина себе на замену готовит? Люба, он не мой. Что там Зимин думает, я понятия не имею. Но может и хорошо, если новый капитан заставу возглавит после Зимина. А чем Краснов хуже? Краснов крючкотвор, он нас замучает уставом. Да вообще, какой из него начальник? Еще посмотрим, какой начальник из твоего капитана. Он не мой. Люба, ты специально? Не будет с ним спокойной службы. Вот помяни мое слово. Люба, можешь тебя на минуточку? Со всеми этими событиями. Я чуть про наступающего 8 марта не забыл. Вот. Я не знаю, что Машке подарить. Ну, а я что, должна была напомнить? Да нет, я не об этом. Просто, ну, может, ты подскажешь, чего? Не проще у нее спросить? Да нет, я же это, сюрприз хочу сделать. Ну, так и делай сюрприз. Любаша, ну, помоги мне. Цветов купи. Хорошо. Куплю. Может, ей что-нибудь из косметики подарить? Купи. Хорошо. А что? Я же вообще ни черта в этом не понимаю. Я... Ну, может, крем какой? Крем купи. Не промахнешься. А какой? Их же полно.
Дарит морщин. Самое то будет. Да? Да. Хорошо, ну вот, уже что-то. Морщин, значит, крем, спасибо. Обращайтесь. Морщин, значит, хорошо. Ну, и чего он хотел? Да ничего, глупости мужские. На свидание ему приспичил. Да ладно, ничего себе глупости. Ну а ты чего? Ничего, сказала, думать буду. Молодец. Молодой человек, вы кому? Здрасте. Здравствуйте. 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 Здрасте. Мне бы с Евгенией Калининой пообщаться. Так она на выезде. А вы в каком вопрос? Я по... Может, вы дадите мне ее телефон, а я позвоню ей. Ну, я так понял, вы же ее коллеги, у вас же есть какой-то ее номер, вы же с ней как-то связываетесь, да? Может, вы сами ей тогда позвоните? Не, ребят, вы меня, наверное, не так поняли. Я тоже ваш коллега, журналист, вот, но только из областных ведомостей. Вот я прочитал ее материал, по случаю был в Светлогорске, хотел с ней познакомиться, пообщаться, поговорить на это. Так она минут через 40 приедет, вы подождите. О, ну, вот это другое дело. Спасибо большое. Коллеги. Ефимов, а ты что на меня так странно смотришь? Да это я не на вас, я вообще... Так не говори мне, что тебя опять днище рвет. А то у тебя к этому делу такой подход обстоятельный, что мы из леса до сумерек не выберемся. Да я и не говорю. Ну тогда расслабься. Ну что опять случилось? Так вот здесь это... Что это? Тропа через топь. Она тут одна, только по ней пройти можно. Лесок-то тут жиденький. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Как думаешь, если здесь дополнительный наряд секрет выставить, так, чтобы тропа просматривалась, где лучше его разместить? У камней? Не знаю. Подумать надо. Согласен. Так. Прапорщик Ефимов. Я. Слушаем приказ. Ты выдвигаешься по тропе, доходишь до лощины. А я пойду по этому участку. Через полчаса здесь встречаемся, ясно? Так точно? Выполняй. Здорово, ложка. Что это? Опять мечтаешь? Нет, я опять думаю. Опять думаешь о том месте, куда никогда не поедешь? Нет, я думаю о тебе. Копи деньги, люби на цветы. Я напал на след преступника. Да? А я отследил, как тебе на посту выборку по номерам делали. У тебя номера трех машин совпадают, так? Допустим. А теперь смотри сюда. Номер М378УВ. Так. Пенсионер в шляпе и плачущий мальчик. Мне кажется, это не наш клиент. Смотрим дальше. Номер Т-303АК. Можешь привезти? Да легко. Так. Три девчонки. Ничего, но мне кажется, что тоже не наши клиентки. А вот это уже интересно. Белая Нива. А вот это действительно интересно. А ты можешь узнать, кто владелец этого автомобиля? Государственный регистрационный номер X659ME, 47-й регион. Зарегистрировано на жителя Иркутска, Сабитова Камиля Рашидовича. Ну, продолжай.
1927 года рождения. Вуаля! Машина в угоне не числится. Сегодня же объявим машину в розыск. Все, давай. Спасибо. Привет. Привет, Паш. Я тебе вечером статью скину. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Лапин. Я ваш читатель и, по совместительству, журналист областной газеты. Мой читатель. Да. Приятно. Что могу для вас сделать? Да, собственно, Женечка, может, мы сходим куда-нибудь, выпьем кофе, в спокойной обстановке поговорим? Да с удовольствием. Правда, я сейчас очень занята. Давайте часиков в 5. Я с делами разберусь. Прекрасное время. Замечательно. Ну, до встречи. Женечка, я зайду за вами. Хорошо. Старший лейтенант. Здрасте. Здравствуйте. Маш, можно тебя? Конечно. Машенька, я вот с 8 марта вас поздравить хочу. Ну что вы. Тебе. Спасибо. А что это? Крем. Спасибо. Очень хороший, как надо, от морщин. От морщин? Да, самый лучший. Самый дорогой. Как надо? Да. Ну что ж, не думала, что все так плохо. Спасибо вам. Оружие на землю, руки за голову. Я не Кузин, мигом дыр наделаю. Ну ты, конечно, молодец. Ты хоть объяснишь, что задумал-то? Объясню. На заставе. Рукой медленно рацию сними и мне брось. Медленно. Да пригнись ты, дубина. Рацию сюда. Так точно! Так, Ефимов, за мной! А? Да, ты прав. Охота здесь великолепная. Ну-ка, сними-ка меня. У нас тут, как в тире, 5 звездочек. Ну, давай, так, давай. Так, подождите. Оп. Ага, чтоб все влезли. Так. Опа-на. Оружие на землю, руки за голову. Слушайте, мальчики, а ваши родители знают, что вы здесь одни по лесу гуляете? Кто у вас старший? Оружие на землю. Не бойтесь, Андрей Андреевич, это погранцы. Договоримся. Последнее предупреждение. Ружье кинул на землю. Ты парень дурак. Позвони начальнику управления и передай привет от Трухина. И послушай, что он тебе скажет. Начальнику управления своих забот хватает. А режим вы нарушили на моей территории. И к тому же охота здесь запрещена. Ну что ж,
закон нарушили. Но иногда для кое-кого нарушить можно. А сейчас как раз тот самый случай. Ничего не знаю. У меня налицо нарушение погранзоны и охота. Хорошо, ладно. Подожди. Ребятки, а может вам денежек дать? 1010 хватит? Хватит. О! Прапорщик Ефимов. Засвидетельствуйте попытку дачи взятки должностному лицу при исполнении. Вот такие тупые кадры у нас на границе и служат. Слушай, тебе неприятности нужны. Ты их получишь. Пойдемте, Андрей Андреевич. Ребятки, а может вам денежек дать? 1010 хватит? Хватит. О! Прапорщик Ефимов, засвидетельствуйте попытку дачи взятки должностному лицу при исполнении. Вот такие тупые кадры у нас на границе и служат. Слушай, тебе неприятности нужны. Ты их получишь. Пойдемте, Андрей Андреевич. Четвертый вызывает базу. Задержали двух нарушителей. Прошу машину на 21-й участок. Смолин задержал нарушителей. И? Областного депутата и какую-то шишку из Москвы. Господи, как они туда попали-то? Охотились. В общем, звонил прокурор, выяснял подробности. Смолин их это, мордой в снег. И что теперь со Смолиным? Ну, он сейчас в городе, сдает этих браконьеров в отделение полиции. А Зимин где? У себя. Держит оборону. Давай, Вань. Ура, ура, ура! Неплохо бы твоим заместителям знать, что иногда бывает за перегибы. Слушай, Григорий Васильевич, я тебе напомню, что меня на заставе солдата убили. И потом... Мне кажется, сейчас совсем не время для царской охоты. А это не нам с тобой решать. А капитану твоему грозит превышение должностных полномочий. Он ничего не превышал. Я вот у тебя еще одну прокурорскую проверку проведу, и тогда посмотрим. Слушай, да ты хоть ночуй здесь с проверками, но Смолин действовал по уставу и по закону о государственной границе. Книжка такая есть. Все. И, между прочим, Ефимов это подтвердил. Бывай. Очень хорошо написано, очень хороший слог. Знаете, я очень хотел бы написать бы об этом в областной газете. Вы знаете, по-моему, статья как статья. Просто капитан человек необычный. Ну, я о том и говорю. Знаете, сейчас так мало ярких и необычных людей. Вот. Может, вы познакомите меня с Тимофеем Смолиным? Я же вам говорю, не к тому вы обратились. У меня его телефона нет. Вам нужно в пресс-службу пограничного управления обратиться. Ну, пресс-служба – это очень долго, это я понимаю. Я к тому, что если вы в очередной раз поедете на границу, может, вы возьмете меня с собой, как попутчика? Я подумаю, хорошо? Хорошо. Женечка, а...
Зря вы, товарищ капитан, эту кашу заварили. Чиновников-то все равно отпустят, а по шапке всем достанется. Мне в том числе. Мое дело — границу охранять. Я нарушителей взял, вам доставил, а ваше дело — все по закону оформить. И не надо трястись раньше времени. Вот когда все свою работу будут делать нормально, тогда и в стране все будет нормально. Закон на то и есть, чтобы все по нему жили одинаково. Честь имею. Женечка, скажите, а вы не голодная? Может, мы где-нибудь поужинаем вечером в хорошем месте? Спасибо, я не голодна. Жаль. Извините, я сейчас. Алло? Товарищ капитан, на заставу? Да, поехали на заставу. Спасибо. Товарищ капитан. Иван, что-то случилось? Я... так сказать, к вам с неофициальным визитом. А, ну, раз неофициальным, то давай, Ваня, без церемоний. Проходи, конечно. А, привет, Тимофей. Мне тут один сослуживец бывший из Абхазии национальных угощений привез. Домашние, не хухры-мухры. Сыр сулугуни тоже ничего. Посидим? Давай. Это мой отец. Угу. А это полковник Зернов. Они вместе в Афганистане служили, и вот такая судьба, что спустя много лет я служил под началом полковника Зернова на Северном Кавказе. Это тогда, когда ты ранение получил? Ну да. Когда Хамзат пытался через границу прорваться. Подожди, это не тот Хамзат, на которого ориентировка пришла? Тот самый. Хамзат Гамидов. Командир. Террорист. Мы думали, убили его. А тело так и не нашли. Так может, это он нам все здесь взбаламутил? Ну, смотри, Кузина могли убить его подельники, когда осматривали местность. А он сам в городе отсиживается, выжидает момент. Да, у меня тоже такие мысли были. Вполне может быть. Вы уж на меня не серчайте, товарищ капитан, за вчерашнее. Неловко мне перед вами. Я и не серчал. Так, удивился немного. Да я-то подумал, что это вы по мне палите. Вот это меня и удивило. Как тебе такое в голову-то пришло? Ну как? У меня это и не выходило из головы, если честно. Откровенно говоря, товарищ капитан. С более подозрительно, у вас радиостанция отвечать перестала. Ну, перестала, и что? А если бы не перестала, это что-нибудь поменяло бы? Какая связь между радиостанцией и убийством? Или у вас никогда радиостанции не барахлили? Барахлило, но тогда люди умирали. Железная логика у вас. Господа. Четвертый, ответьте базе. Четвертый на связи. Слушаю. Четвертый, неприятные новости. Срочно прибыть на базу. Прием. Есть.
Товарищ капитан. Так точно. Филипп, я все понимаю и всецело доверяю вам. Однако в нашем деле появляются осложнения. Кажется, конкуренты могут нас опередить. Суета-сует, сказал экклезиаст. Суета-сует. Все суета. А тут... Ты посмотри только. Мощь и покой. Практически вечность. Ты знаешь, Ганс, за эти сосиски я был бы готов простить своей фрау Эльзе ее несносный характер. Так в чем же дело? Это желание проходит, когда кончаются сосиски. Филипп, мне неспокойно. Риск с каждым днем увеличивается. Да, я знаю. Но мы ведь не ожидали, что путь будет усыпан лепестками роз, не так ли? Конечно. Но, мой дорогой, не суетись. На месте работает специалист. Он просчитает все варианты. А пока было бы преступлением принести это все сюда и не съесть. Угощайтесь, мой друг. Подкрепитесь. Ты что такой хмурый? Домашка. Я ей подарок сделал. А она прям в лице поменялась, как будто я не знаю. Да? Ага. А что подарил? Крем. Дорогущий. Эти крема от морщин вообще все не дешевые. Я баночку побольше взял, ну, чтоб на потом осталось. Ты ей что, крем от морщин подарил? Ну. Машке? Да. А кто тебя тогда убил? Любка. Ну ты, конечно, валенок Гусько. Тоже мне нашел советчика. Не понял. Они ж подруги. Да какие подруги? Она сама на тебя виды имеет. На меня? Да, на тебя, конечно. Вон, она тебя и выставила идиотом перед Машкой. Ты думаешь? Ну смотри. Значит, Люба имеет виды на тебя, ты, ну, соответственно, на Машу, а Маша, в свою очередь, на капитана Смолина. Тебя умоляю. Вот такая вот у нас Санта-Барбара, видите, а не погранзастава. Ты давай тут делом занимайся, советчик. Да я-то занимаюсь. По какой статье? Не догадываешься? Превышение должностных полномочий. Задержанные тобой чиновники снова сидят в кабинетах, а тебя вызывают в прокуратуру. Зачем? Грамоту вручить. Грамоту? На допрос. Так. Ну что же вы, товарищ капитан, нарушаете порядок несения пограничной службы. Запугиваете местное население, полномочия превышаете. Полномочия я не превышал. И это не местное население, а браконьеры и нарушители пограничного режима. Ну-ну. У нас тут вот совсем другие данные. Ну да ладно, на то оно и следствие, верно? Конечно. Я тут подготовил представление начальнику пограничного управления, в котором содержится требование... На время прокурорской проверки освободить вас от должностных обязанностей.
Я сейчас предупрежу, что вы со мной, хорошо? Конечно, Женечка, конечно. Женя, все при деле. Он официально от редакции? Нет, он сам по себе. Это журналист Сергей Лапин. Он из областной газеты и собирает материал. Просто нет времени на полную процедуру. Если сам, без дела, не положено. Ну, может, нам можно как-то пройти? Я же прохожу. Я его не знаю. Посторонним-то делать нечего. Пусть оформляет запрос к начальнику заставы от редакции с изложением сути дела. И тогда он его примет, как положено. Тимофей, здравствуйте. Помните, вам все про журналиста рассказываю, Сергея Лапина? В машине сидит. Он про вас статью очень хочет написать. Только нас никак внутрь не пустит. Да обо мне нечего писать. Я отстранен от службы, так что извините. В смысле отстранены? Почему? Что случилось? Да нечего рассказывать. Так что до свидания, Женя. До свидания. Поехали. Извините, Жень, я все слышал, я все понимаю. Я здесь подожду, а вы идите. Я тогда на связи, хорошо? Хорошо. Звоните. Да. Артемич, Ермолов тебя бы точно не поддержал. Да все у меня там в порядке. Видишь, почетная грамота, как лучшему специалисту. И как специалист, я тебе говорю, где здесь слабое место. Почему? Тех средств. Нарядов не хватает. А местность пересеченная, значит... Видимость плохая. Вот здесь тогда. Где? Вот. Неплохо. Неплохо. А ты уверен, что Смолин не перегнул с полномочиями? Все дело по уставу. Шихтин дело-то ведет? Да. Только на него сверху давит. Слушай, а может быть, чуть-чуть правее? Вот здесь. Вызывали, товарищ майор. Заходи. Знакомься, начальник заставы Дубки, майор Петрухин. Павел Артемович, очень приятно. Тимофей Сергеевич. Ну, что ты такой подавленный? Ой, да вы только без слез, а? Садись. У военных прокуроров работа такая. Страху нагонять. А у меня к тебе ответственное поручение. Так вот, задержал Смолин, как оказывается, серьезных чиновников. Большие шишки, вот они и свои связи и включили. Что теперь будет с ним? Ну, не знаю. Да я думаю, разберутся. Да. Хотя, если повесят на него превышение должностных полномочий, тогда дело труба. Интересно. Но эту историю нужно освещать. Я этим вопросом займусь. Причем так, чтобы все видели. Всю историю и весь процесс, от и до. Да. А, знаете, Женечка, так много всего стало происходить в последнее время. Вы чаще приходите. Все это, знаете, служба, работа. А вечером даже и поговорить не с кем, если не на службе. Секундочку. Да-да-да, Сергей. Подождите секундочку. Иван, до свидания. Я уже бегу, да-да-да. Минутку. Читай ты, моя гульчатай. Открой личико. Привет. Так вот ты какой. Ну что, давай знакомиться? Ловись, рыбка большая и маленькая. Большая и очень большая. Коняев Антон Юрьевич, 1974 года рождения. Ну, здравствуй.
лейтенант Краснов. Бог запустил свою магию и доволен результатами своей работы более чем полностью. Ложки, ты меня конкретно от оперативной работы отвлекаешь. Давай вечером заеду, поговорим, лады? Существенно следующее. Готовься быть моей горничной. Поглядим еще. Ты пока найди мне все, что есть по Хамзату Гамидову. 62-й год рождения. Понял? Подожди. Будет сделано. Товарищ горничная. Так. Хамзат Гамидов. Женя, а я тебя везде ищу. Старший статью про птицефабрику просит. А, ну, ты скажи, пожалуйста, что через 10 минут я статью передам. Вань, привет. Слушай, я вот закончила статью про Тимофея Смолина. Послушай, пожалуйста. Мне кажется, что вот этот журналист Сергей Лапин, который у нас появился, он сейчас, ну, как нельзя кстати. Потому что если в общерегиональную газету сейчас дать вот это мнение, то от Смолина 100% отстанут. Какой журналист? Какая статья? Ну, нам сейчас не до этого. Вань, ну там ненадолго, буквально он пару-тройку вопросов. Задаст и все. Зато Смолину поможем. Да я не думаю вообще, что это может помочь Смолину как-то. Ну как? Сейчас же нужно вот это вот общественное мнение, я не знаю, там негодование, возмущение какое-то. Жень, ну ты мое терпение испытываешь? Вань, ну ты чего? Мы можем благое дело сделать. Я не понимаю, почему ты так против-то? Да я не против, я тут вообще ни при чем. Ну не положено, чтобы кто-то ходил и выяснял, что да как. Понимаешь? Понятно, Вань. Очень жаль. Подожди, Жень. Еще один, так сказать, организационный вопрос. Сходим сегодня поужинать? Нет, слушай, вечером не получится. У меня, правда, встреча уже назначена. А, я... Давай. Понял. Товарищ капитан. Здравствуйте, Маша. А... Вы постриглись? Угу, и покрасилась. Вам идет. Спасибо. Но с косой мне нравилось больше. Ну так тоже хорошо. Сломалась наша рабочая лошадка? Ага. А вы бы Ефимову сказали, он бы все починил. Он у нас на заставе главный самоделкин. Да ладно, здесь делов-то на 5 минут. Тем более я не привык сидеть без дела. А зачем сидеть? Вы съездите в город, в кино сходите. Так я даже не знаю, где у вас что в городе. А у меня сейчас как раз служба закончилась. С удовольствием покажу, что и где. Да, что сейчас в кино показывают? Не знаю. Что-нибудь да показывают. Ну, хорошо. Пойдемте в кино. Жень, это потрясающе, это феноменально, это бомба. Это правда бомба, дорогая моя. Особенно вот заголовок, вот этот вот, браконьеры, если нельзя, но хочется, точка, точка, точка. Завтра в печать. Вот и посмотрим, как они после этого забегают. Классно я их уделала, а? Женечка, уделала, это еще не то слово, понимаете? После того, как вот эта вот статья выйдет, это разгром. Головы к чертовой матери полетят. Вам нужно в Москву. Вам нужно в центральную прессу, в отдел расследований. Не хочу я туда, ни в какую Москву, мне здесь хорошо. Плюс, как вы заметили, тут серьезные темы тоже есть. Mm-hmm. А вот насчет «поувольняют» — это для них мало. Потому что из-за них человек пострадал невиновный, понимаете, Сергей? Это Смолин. Да, это Смолин. Кстати, Сергей, вы бы мне помогли с почином? Напечатали бы что-нибудь? В своей газете. Понимаете, с браконьерами, с ними бороться надо. Дорогая моя Женечка, знаете, я с превеликим удовольствием, понимаете, ну вот я хожу, брожу, ищу материал, со мной никто не разговаривает. Ну давайте сделаем что-нибудь. Ну нельзя это так оставлять, ну Сергей. Женечка, я рядом. Ой, извините, я на секундочку. Алло? Кофеечку обновите мне. Да-да-да, Вань, привет. Ну, что ты там узнал? Ну, позвонил, короче, я в эту твою редакцию. Нет там никакого Сергея Лапина и никогда не было. Как нет? Ну, вот так. Нет и все. А. Слушай, ты уверен?
Может, там, я не знаю, ошибка какая-нибудь. Жень, ну ты слышишь, что я тебе говорю? Нет там никакого Сергея Лапина, никогда не было. Ваня? Ваня, послушай, мне кажется, что это он. Ну, Лапин этот, или как там его зовут, я уже не знаю. Теперь, когда пограничника убили, он ведь у нас именно тогда и появился. Вань, что делать-то? Он в кафе сейчас здесь со мной. В смысле? Ты где сейчас находишься? Ну, в кафе «Сирень» на Попутной улице. Попробуй его сейчас задержать. Нет, послушай меня внимательно. Сиди тихо, спокойно. Из кафе никуда не выходи. Вань, здесь отметки. И жди меня. Я сейчас приеду с подмогой, хорошо? Что случилось? Слушай, прикрой меня, я потом все объясню. Алло, полиция? Полиция? Понравился герой? Ну, его бы энергию, да, в мирное русло. Да он весь фильм людей спасал. Да, и целый город по кирпичикам разнес. Его бы к нам, мы бы его перевоспитали. Сделали бы настоящим ценным кадром. Да ладно вам. У нас и так героев полно. Вот вы, например. Маша, давайте договоримся, что мы эту историю вспоминать не будем. Но даже смешно. Какой я герой? Я не герой. А кто вы? Ну, я Смолин, простой офицер, капитан пограничник, в конце концов. Да знаю я. Я имею в виду вообще. Служим вместе. А кроме того, что вы капитан, и герой, конечно же, о вас ничего не известно. Маша, вас интересует мое семейное положение? Да нет. Маша, простите, я что-то совсем не туда. Голова забита совершенно другим, так много событий. Понимаю. В фильме их было слишком много. Да нет, я... Да. Когда это случилось? Где она? Еду. Маша, извините. Жива, я сам толком ничего не знаю. Она позвонила, сказала, что она находится с убийцей Кузина. Это который журналистом прикидывался. Сергей Лапин, который из областной газеты? Да, но он не из областной газеты, я сам не знаю, откуда он. Подожди, ты уверен, что это он? Да, он единственный, кто был с ней. Доктор, простите, как она? Вы муж? Нет. Вы? Она не замужем. Тогда, извините, я не даю подробностей. Я прошу прощения, доктор. Я очень близкий друг, Тимофей тоже. Я оперуполномоченный. Нам очень срочно нужно ее увидеть. Простите, невозможно. Она без сознания. К тому же потеряла очень много крови. Это просто чудо, что она жива. Бросай все свои дела и найди мне вот этого подонка. Откуда это у тебя? Помнишь Женю Калинину из местной газеты? Вот этот человек напал на нее и чудом не убил. Фоторобот составлен со слов сотрудников редакции, которые с ним общались. Короче, делай что хочешь, хоть из-под земли мне его достань. Ты успокойся и сосчитай до трех. Сеня, с тобой все нормально? Мне вообще сейчас не до шуток. А никто не думал шутить? Знакомься. Коняев Антон Юрьевич, 40 лет. В начале перестройки служил в спецназе. Потом сотрудничал с военной разведкой. А в конце 90-х переметнулся. Подозревается в пособничестве экстремистам и сотрудничестве с западными спецслужбами.
гниль. Угу. Я тебе даже больше скажу. Если он наемник, мы еще и работодателя сможем найти. Правда, пока не знаю, как. А как он мог с ними связаться? Вань, есть такая штука. Интернет. По электронной почте. С какого-нибудь интернет-кафе. А. И что нам это дает? Надежду, Вань. И реальный шанс его поймать. Я подключусь к серверу местного интернет-клуба и прошестрю исходящие сообщения. Все, я понял. Угу. Ладно, спасибо. Вань. А? Русские своих не бросают. Давай. Ну что, как кино? Ну, а Смолин как? А платил он? Понятно, понятно. Секундочку. Дежурный? Товарищ прапорщик, полковник Зернов к начальнику заставы. Пропустите. Проезжайте. Кажется, кто-то из начальства. Надо доложить. Пока. Товарищ капитан, прибыл полковник Зернов. Товарищ лейтенант. Не любит она вас. Можете не стараться. Точно втюрилась. Товарищ полковник, капитан Смолин. Здравия желаю. Здравия желаю. Группа смирно. Вольно. Ну, иди сюда. Здорово. Как ты? Да нормально. Раны не мучают, шрамы зажили. Ясно. Ну, шрамы, раны, как и медали, украшают мужчину. А что, где начальник? Почему меня не встречают? Майор Зимин уехал в город на срочное совещание в управление. У нас здесь непростая обстановка. Да я слышал, потому я и здесь. Ладно, пойдем, доложишь мне все подробно. У меня, кстати, к тебе тоже разговор. Вот и выясняется, что Хамзат... Тот самый Хамзат, оказывается, живой и находится где-то здесь, в этом регионе. Да, нам приходила оперативная ориентировка. Мы в курсе. Ему сейчас позарез нужно за кордон. Лечиться здесь он не может, потому что боится засветиться. Так что времени у нас очень и очень мало. Так вы к нам для этого приехали? Ну да, типа того. Еду вдоль границы, проверяю заставы на бдительность, боеготовность. Я тоже с личным составом в этом плане провожу работу. И вот только сейчас хотел провести с одним бойцом тренировку. Правильно, Тимофей, правильно. Пограничник должен быть всегда на чеку. Это ладно. Ну, а как в целом у тебя дела? С новым коллективом сработался? Да, нормально. Ребята боевые, веселые. Хорошо. Правда, меня отстранили от служебных обязанностей. Как? Почему? Да, задержал у основного рубежа двух браконьеров. Они оказались большими шишками, чиновниками. И что? Я их мордой в снег. Ну вот, а моим делом теперь военная прокуратура занялась. Инкриминируют превышение служебных полномочий. Там есть прокурор такой, Шихтин. Знаю. Ну что ж, ладно, Тимофей. Ты собирался идти заниматься с ребятами? Иди работай, а мне еще здесь нужно поговорить кое с кем. По душам. Шихтин. Григорий Васильевич. Полковник Зерно беспокоит. Скажите, вы ведете дело Смолина? Да, я. Значит так, объясняю ситуацию.
Смолин у нас блестящий офицер, герой. Он представлен к награде. Он один без оружия вытащил из лап бандитов двух заложниц. Ну и где здесь превышение полномочий? Да я понимаю, что Смолин действовал в рамках... Я вам обещаю, если... ситуация не разрешится в ближайшее время, ваши охотники сядут у меня по полной. Это понятно? Я знаю, что Смолин не виноват. Но должна пройти проверка. Только после этого можно снять обвинение. Таков порядок, вы же знаете. Я все сказал. Я держу ситуацию на контроле. Всего доброго. Да что там опять, а? Да что за... Товарищ капитан, вы... Тренируюсь. Заодно и бдительность проверяю. Да? А если бы я шмальнул? А если бы я попал, не дай бог? Чем бы ты шмальнул? Ефимов, Ефимов. Давай, не раскисай. Ушки на макушке. Как вы это делаете? Научите, товарищ капитан. Научу. С нашей стороны все готово. Технология разработана. Оборудование поставлено. Скоро ваши инвестиции начнут приносить долгожданный доход. Еще раз прошу вас, не торопите меня. В нашей игре и так ставки очень высоки. Итак, когда? Послезавтра. Они уже готовятся. We'll be right back.
Да, статейка. Эту журналистку надо примерно наказать. Григорий Алексеевич, здесь есть основания для статьи. Но я не знаю, клевета, ложное обвинение, навет. Это про браконьерство-то навет? Ну, конечно. Ну, может, мы в лес вышли, чтобы ружье пристрелять. Случайно наткнулись на убитого кем-то, кабанчика. Да пускай с этим Смолин разбирается. Из этой статьи может выйти статья. Вот. Но не ей. Вам статья может выйти. 256-я УК РФ. А это... Это до 300 тысяч штраф или до 2 лет заключения. С утерей право занимать должности. Из-за какой-то журналючки... Это журналючка, как вы выражаетесь, сейчас находится в реанимации. На нее было совершено нападение, ее чуть не убили. Подождите. Подождите, что получается, значит, выходит статья, и она оказывается в реанимации? Именно так и выходит. Так это ж могут на нас подумать. Елки зеленые. Девушка чуть жизни не лишилась, а вы все о себе печетесь, любимым. Григорий Васильевич, как вы могли подумать? Да, конечно. Алло, Светлана. У меня к тебе просьба, будь ласка. Узнай там про... Можно секундочку? Про Евгению Калинину. Она в больнице сейчас. Ну, может, что нужно? Апельсины, конфеты. Я не знаю, врачей каких-нибудь. Да, и сразу же мне перезвони. Несчастье-то какое. Марта. Маша, тебе сказать кое-что хотел. Что? Что у меня морщина не проходит? Ну зачем ты так? Да, идиот. Ну, не я это сказала. Наступили. Ой, извини. Ну я же в ваших этих штуках вообще ничего не понимаю. Ну правда. Мне знаешь, что посоветовал? Кто? Продавщица. Она мне сказала, что этот крем подойдет, но вот я и купил, он дорогущий, собака. Вот. Тебе, кстати, эти волосы вообще идут. Правда? Да. Да ладно, проехали с кремом, бывает. Ты в следующий раз просто цветы покупай. А, в следующий раз? Я понял, в следующий раз. А какие цветы-то? Главное, искусственное не покупать. Ложка, привет. А ты чего при параде? У меня проверка вечером. А ты чего? А я преступников ловлю. Наша Нива нашлась белая. Обгоревшая с трупом? Откуда ты знаешь? Результаты судмедэкспертизы еще не выдавали? Ну да, сказали, еще не готово. Что-то долго они копаются. Так. Многочисленные прижизненные переломы. Лечение не проводилось, печень сильно увеличена, 17 зубов отсутствует. Не опознано. Ну, все понятно. Наше тело без определенного места жительства. Ты уверен? Ну, скажи мне, как бы этот бухарик изображал журналиста без передних зубов? То есть ты хочешь сказать, что Коняев его просто так убил? Только ради того, чтобы замести следы? Вот. Ты тоже делаешь успехи. Кстати, я проверил исходящее сообщение интернет-клуба «Барсук». Наткнулся на любопытную переписку. Прошу. И что это значит? Я пока не понял, что это значит, но я над этим работаю. Алло, здравствуйте, это интернет-клуб «Барсук». Можно Андрея? Алло, Андрюш, привет. Да. Нужна твоя помощь. Можешь сказать, у вас кто-то был в последнее время из необычных клиентов? Как? Орнитолог? Спасибо.
Да, сейчас бы туда наряд полиции выставить. Ну что? Что будем делать? Лично я собираюсь усовершенствовать свою дешифровальную программу. Ждет тебя у огня. Ну, что скажешь? Все почти готово. Завтра выдвигаемся. Давно бы так. А то сил уже нет никаких ждать. А что с этим, с Молиным? Значит, у него есть одна идейка, но нужен человек, чтобы исполнил. Излагай. Седьмая база, прием. Седьмой на связи, прием. Седьмой, сработал 40-й участок. Выдвинуться и проверить. Как понял, прием. База, седьмой, вас понял. Подвигаемся на 40-й участок, прием. Товарищ капитан, сработал 40-й участок. Седьмой выдвинулся. Ответьте базе, прием. Девятый на связи, прием. Девятый, сработал 43-й участок. На мониторе чисто. Выдвинуться и проверить, как понял, прием. Девятый на связи, вас понял. Выдвигаюсь на 43-й участок, прием. Товарищ капитан, у нас еще одна сработка. Теперь 43-й. Девятый выдвинулся. Все чисто. Следов нет. Ты что-нибудь видишь? Клоков. Клоков, ты где? Задачу прикрыть вероятное направление движения нарушителей. Связь каждые 30 минут. Прием. Вас понял. Выдвигаемся. Прием. Детские сады брали, заложников брали, города брали, границ ходили. Тогда ушли, вернулись, и снова пойдем, и снова вернемся. Не переживай, дорогой.
Хамзат, давай без лирики. Последние инструкции по переходу. В 15.00 край, когда ты выходишь из квартиры. В 15.30 мы все должны оказаться на опушке леса. А вот то, что ты побрил бороду, это молодец, хорошая мысль. А оружие? Оружие надо оставить здесь. В городе тихо и спокойно, но дорога усиленно охраняется. Поэтому любая машина, которая вызовет малейшее подозрение, досконально проверяется. Чтобы не рисковать, на опушку леса поедем окружной дорогой. Не пойдет. Оружие нам понадобится. Как только группа доберется до опушки леса, все централизованно, не рассеиваясь, идем до ДОТа. Вот там ты и получишь свое оружие. Годится. От ДОТа до основного рубежа всего ничего. Но на переход границы будет всего 8 минут. Ты сможешь? Думаю о том, что ты сам сможешь сделать. Тогда сюрпризов не предвидится. А Смолин? Работа в этом направлении ведется. Как только твой человек закончит, он тебя сам наберет. Хорошо, дорогой. Сидите. Ну, что тут у вас? Товарищ майор, у нас два наряда на границе на этом направлении, но, боюсь, этого недостаточно. Угу. Тревожный сигнал поступал с 40-го и 43-го участков. Угу. Нарушителей несколько, и они вооружены. Васьков, застава в ружье. Построение на плацу. Застава в ружье, построение на плацу. Капитан Корнеев, вы старший тревожной группы. Задача. Выдвинуться на участки, организовать поиск неизвестного. В группе прикрытия прикрыть государственную границу. На рубежах с 41 по 44 участки. Действуйте. Есть. Седьмой. Выдвинуться на 43-й участок. Совместно с 9-м проверить 43-й и смежные участки. До прибытия тревожной группы прикрыть 43-й участок по основному флангу. При обнаружении неизвестных принять меры к задержанию. Огонь открывать только по команде. Как понял? Прием. Вас понял. Выдвигается 43-й. Прием. Нарушителя. Он на 44-м участке. Вооружен, как поняли. Прием. Я седьмой, вас понял. Начинаю преследование. Прием. Что это за фокусы? Что происходит? Вы что-нибудь сказали, товарищ майор? Работай, работай. Ну, спасибо тебе, Тимофей. Преподал ты урок моим бойцам. Однако действовать подобным образом все-таки не стоило. Сам понимаешь, нарушение действующих инструкций, мер безопасности. Мало ли что. Так точно. Ну, перестарались немного. Да. Зато какой поиск развернули, а? Впервые за всю историю заставы у нас учебный нарушитель два раза основной рубеж пересекал. Ты представляешь, а? Слушай, может быть, ты ко мне переведешься, а? Я с начальством поговорю, а ты с моими бойцами поработаешь, а? Товарищ майор, ну, если временно прикомандировать, ненадолго. Да ладно. Шучу я, капитан, шучу. Каждый хорош на своем месте, верно? Служу России. Служи, капитан.
Молодец. Зимин слушает. Никита Федорович, привет. Это Шехтин. А это ты? Ну, разобрались мы с твоим заместителем. И что? Претензий к Смолину нет. Поэтому он может приступать к службе. Ну, я ж тебе говорил, что мой офицер действует по уставу. Ну, а эти чиновники как местечковые? Ну, с ними еще придется повозиться, но я тебе уверяю, полетят они со своей службы к чертовой бабушке. Ну, как ты любишь говорить, следствие разберется. Ну, да. Так что передавай Смолину привет и... Подожди, стой. А какой привет? А извинения? Какие извинения? Ты же обалдел? Я делаю свою работу. Слушай, подожди. Ну, давай, работа работай, а по-человечески-то надо все-таки. А по-человечески? Я с ним как-нибудь объяснюсь, ладно? Без тебя. Ну, сам-то сам. Ну, тогда бывай. И спасибо, наконец-то, за хорошие вести. Давай. Да выруби ты уже эту фигню. Невозможно. И давай уже быстрее. Понимаешь, Вань, дешифровка – это иногда такой квест, что в конце вместо «спасибо» говоришь, чтобы вы сдохли. Ускорить процесс нельзя. Ну, а параллельно можно что-то делать в компьютере? Ну, конечно, можно. Ты видал, какой у меня прот стоит? Так чего же мы ждем? Давай всю информацию про Хамзата. Так, Гамидов Хамзат ответственен за захват автобуса со школьниками, 91 год. А вот смотри, в прошлом году захватил в заложники двух девушек. Удалось спасти. Этот случай я знаю. Его остановил Смолин. Это новый зам с нашей заставы. Да, о Смолине здесь тоже что-то есть. А еще есть о полковнике Зернове. Он, кстати, тоже здесь. Вчера с инспекцией приехал. Можно подключить его к поискам. Нет, сами разберемся. Так, смотри, тут и похищение людей, и наркоторговля, и продажа химического оружия ближневосточным радикалам. Да, послужной список богатый. А вот смотри, какой случай. Вырезал целый аул. Женщин, детей, стариков. Господи, за что? За то, что отказались ему предоставить убежище, когда он скрывался от русского спецназа. Да. Мразь, конечно, редкостная. А Смолин? Если Хамзат знает, что он здесь. Подожди-ка. Секунду. Черт, занято. Я на заставу с Тимофеем переговорить. Ты тут разбирайся пока. Один день в грязи на пузе лежать. Что за жизнь-то? Никита Федорович. Он самый. Были у Шехтина? Был. Ты уволен. Шутка. Кончилась твоя лафа, Тимофей. По службе восстановлен, приступай к своим обязанностям. Так точно, товарищ майор. Спасибо. Давай.
Маша. Здравствуйте, товарищ капитан. Я вас не отвлекаю? Да нет, не отвлекаете. Проходите. А вы по делу? Да не то чтобы. Я слышала про Евгению Калинину. Ужас просто. Она еще в реанимации? К сожалению, да. А как она? Ну, врачи делают все возможное. Говорят, что поправится. Это хорошо. Ой, а что с вашей кофтой? Это я случайно вином залил. Похоже на боевое ранение. Так давайте я постираю. Это же красное вино, вы сами не отстираете. А у меня специальный пятновыводитель есть. Маша, а вы знаете, что Гусько у вас влюблен? Я думаю, вы преувеличиваете, товарищ капитан. Ну, я не о размере его любви говорю, а о факте. Такое сложно не заметить. Это сразу бросается в глаза. Странно, он как-то влюблен. То крем от морщин подарит, то ногу отдавит. Но это все мелочи, а самое главное — чувство. Вы присмотритесь к нему. Да он похож на испуганного школьника. Ну, понятное дело, он просто не знает, как к вам подойти. А вы улыбнитесь. Взгляните ему в глаза. И сразу все станет ясно. Я попробую. Спасибо. А кофту я давайте все-таки постираю. Мне правда не трудно. Спасибо, Маша. Ну, не волнуйтесь, я как-нибудь сам. Хорошо. До свидания. До свидания. Тим, я не могу здесь, извини. Свет, ну, подожди немного, я тебя прошу. В город переедем, там все-таки совершенно другая. Тим, какой город? Это что, миллионник? Здесь два сельпо и один клуб. И, по-твоему, мне сразу станет веселее? Ну, ты ведь там не была еще, ты ведь не знаешь, как там. Может, тебе понравится. Ты издеваешься. Да что ты вспылила-то? Свет, ну, я прошу тебя, потерпи немножко. Да. Тимофей Смолин? Да. Здравствуйте, моя фамилия Суслов, я врач реанимации. А пациентка Калинина пришла в себя и хочет вам рассказать что-то очень важное о напавшем на нее человеке. Как она себя чувствует? Она еще очень слаба, так что вам лучше поторопиться, пока она снова не потеряла сознание. Хорошо, скоро буду. Маш! Маш! Тебе? Спасибо. Я хотел спросить, ты когда вечером после службы свободна? А тебе зачем? В кафе хотел тебя пригласить. Ну, завтра у меня выходной. Может, поужинаем? Хорошее кафе, там музыку живую играют. Что играют-то? Ну, в основном хиты там. «Черные глаза». Терпеть не могу эту песню. Давай так. Если они эту песню заиграют, я в них гранаты брошу и… Нет, с гранатой я не согласна. Тогда палочки барабанщику сломаем. Хорошо, я подумаю. Ура! Я еще не согласилась. Ладно, ладно, буду ждать. Хорошая у меня баба, да? Девушка, здравствуйте. У вас находится больная Евгения Калинина. На днях поступила. Евгения Калинина? Да.
Мне звонил врач, сказал, что она пришла в себя. Мне нужно с ней поговорить. Евгения Калинина, да, у нас такая есть, но она до сих пор в реанимации и в себя не приходила. Может быть, вы не в курсе, но мне звонил врач и сказал, что она пришла в себя. Мужчина, я не могу быть не в курсе. Но может, вы все-таки позвоните и узнаете? Пожалуйста. Ой, хорошо, секунду, подождите. Алло, здравствуйте. Я хотела узнать по поводу состояния здоровья больной Евгении Калининой. Угу. Угу. Хорошо, спасибо. До свидания. Состояние здоровья без изменений. Делать самому. Техника. Ну, давай же. Ну, что это? Немецкий? Французский? Пушту? Так. Дари? Так. Обалдеть. Номер мобильника Смолина, понятно. Уничтожить белую Ниву. Ага, сегодняшнее письмо. Так. Что? Так. Ваня, давай. Че, Хамзат? Где они, а? Че тянут-то? Успокойся. Сделают, позвонят. Ага. Так. Полковник Зернов, здравия желаю. Говорит лейтенант Ложкин. Отдел информационной безопасности. Товарищ полковник, срочная информация. Из достоверного источника стало известно, что группа боевиков, возглавляемая Хамзатом Гамидовым, попытается перейти границу на 21-м участке сегодня в 15:30. Не нравится мне это все, надо было вместе идти. Это никому не нравится. Ничего не поделаешь. Дело есть дело. Это должно было быть сделано давно. Если что-то пойдет не так, на заставе сообразят и все. Тем более скоро стемнеет. А если стемнеет, мы застрянем на болоте. Поэтому надо идти сейчас, тем более ветер попутный. Я сказал, ждем. Хорошо, Хамзат. Твоя музыка. Вот именно. Ну, а пока сходи с ним. Проверьте, все ли. Спокойно. А можно еще один вопрос? Да. У вас врач Суслов работает? Суслов? Нет, у нас такого нет. База, это шестой прием. База на связи. Прием. На 23-м участке обнаружено двое неизвестных. Они вооружены. Требуется помощь. Прием. Thank you.
Да. Товарищ майор, это Смолин. Где тебя носят, Смолин? На правом фланге обнаружено неизвестно. Они вооружены. Какой участок? Там, где мы секрет выставляли. Значит, они. Я задержал одного. Хотел меня застрелить. Что? Тимофей, ты цел? Все в порядке. Выдвигаюсь на участок. Видишь? Иди туда. База, это шестой, прием. Неизвестные разъединились. Вижу только одного, прием. Я второй. Нарушитель двигается в сторону ДОТа. Продолжаю преследование. Как поняли? Прием. Вас поняли. Выдвигаемся к ДОТу. Прием. Пошли. Кладите всех сколько сможете, а меня оставьте одного. Ну, быстрее! Мне нужно помолиться, брат. Вот куда он делся? Там чаще, там болото. Ладно, пойдем туда. Будем драться! Назад дороги нет! Внимание, Хамзат! Говорит полковник Жирнов! Я окружен, сдавайся! Внимание! Говорит полковник Жирнов! Вы окружены спецназом ФСБ! Где-то я это уже слышал! Товарищ полковник. Нормально. Прикрой меня! Окей! Похоже, он пытается уйти. Тимофей, обойди его слева, мы тебя прикроем. Есть обойти слева! Yeah.
Москвы есть такие места, где кончается то, что зовется отчизной. Для кого-то граница всего лишь черта, а для нас это черточка, линия жизни, наша линия жизни, быть на страже страны, самый лучший на свете, самый красивый. Когда я был мальчишкой, я познакомился со своей будущей фрау Эльзой и захотел подарить ей 100 белых лилий. Но у меня не было денег, поэтому я украл эти цветы. Оказалось, что у дамы моего сердца страшная аллергия на лилии. Мой дорогой Филипп, это все лирика. Товар мы так и не доставили. Да, я слышал об этом. Так случается, когда кто-то пытается усидеть на двух стульях. Я все понимаю. Конечно, я верну часть аванса. И на этом закончим наше приятное знакомство. Забудь, аванс оставь себе. Тем более, что возвращать его некому. Пока. Пока.